А мы идем. Вечереет. А мы сейчас будем, в общем, прикармливать рыбку. Да, Вик? Да. Вот. Даже вот в том корабле кто-то есть. И загорелся свет. Да, кстати. Не знаю, может, отмечают что-нибудь? Не знаю. Рыбаки еще есть. Вот там даже палатки какие-то стоят. Люди ходят. Не удалось мне сегодня приехать на рыбалку. Было много всяких интересных дел. Занят, в общем, был я слегка. И, ну, съезжу, наверное. Так, завтра-послезавтра я работаю. Получается. Так, понедельник, вторник, среда. В общем, среда-четверг. Будет точно уже выезд нормальный на рыбалку. Без прикормок, без всяких. А вот сейчас я опять несу очередную порцию каш различных. Посмотрим, что будет. Конечно, из всей моей этой затеи. Но вот уже пятый день иду кормить. Сейчас главное место найти, пока не потемнело совсем. Подошли к лунке. Вот плотвичка. Всплыла, можно сказать. Что ты думаешь об этом? Класс? Я бы не сказал, что это класс. Просто ее надо... Без всякой рыбалки. Да все, 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 бог с ней. Пускай там сидит. Вот, сегодня какая у нас каша. Мощная. С перловкой и с горохом. Ну, просто замечательно. Вот они, лунки мои. Вот уже опознавательный знак тут построен. Че, горохом пахнет, да, Вик? Я ничего. Пахнет горохом. Класс. Бурка! Ты что вытворяешь? Она вся просто в снеге. Ничего страшного, Вик. Бурка. Да как так изваляться можно было? Блин. Сейчас вот прикормим. Ну, надеюсь, через два дня наконец-то я схожу. Не будет всех этих занятий, непонятных работ и прочего.